В ноябре сотрудники полиции отмечают две памятные даты. 10 ноября – их профессиональный праздник, а 8 ноября они вспоминают своих товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. 8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В этот день у памятной стелы около Славянского отдела МВД России прошел торжественный митинг, в котором приняли участие руководство отдела, друзья и родственники погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Служба в правоохранительных органах – это сложная и важная работа, требующая мужества и отваги. Многим сотрудникам схватка с преступностью стоила жизни. Их подвиги будут вечно жить в нашей памяти. Мы будем стараться не уронить честь мундира, достойно служить на благо народа. В списках погибших при исполнении своих служебных обязанностей в Славянском отделе МВД значится 9 сотрудников. Начальник полиции Виктор Рассохин выразил соболезнования родным и близким, поблагодарил их за стойкость и мужество. Память погибших коллег полицейские почтили минутой молчания, а затем к стеле возложили цветы.